Добрый день, дорогие зрители, это я с вами, Агронаут, и это, ну, как вам сказать, новый цикл БС. Пока он только пилотный, пишите, или вы хотите, чтобы я записывал тут, или не хотите, уже ваши дела. Не знаю, наверное, давайте будем у Мистерии играть, где неплохо можно было поиграть и в та... Фронтире, это мне напоминает Assassin's Creed 3. Так, ну, у нас идет загрузка. Это очень отличная игра вообще. Как вам сказать, еще хочу вам сказать, долговато мои видео не выходили. Я очень это сожалею, но у меня по-настоящему нет времени, так как я в прошлых видео объяснял. Далее, ибо у меня выпускной класс. Давайте. Наверное, тут Агронаут будет, как всегда, занят. У меня, кстати, видел в интернете несколько копирующих меня людей. Такая неплохая. Прическа. Так, цвет ее будем выбирать. Хотя такая будет. Лицо. О, нифига себе. Так, я одежду выбираем. Есть такая. Ну, конечно, мы такую выберем. Так. Окей. Такое имя уже существует. На вот 108. Yes. Мы создали нашего персонажа, наконец-то. Вот и наш персонаж. Я не знаю, может, некоторым не понравится. И я, наверное, вам скажу, что видео часто поэтому не будет выходить, так как я прохожу Assassin's Creed 3. Не знаю, может потом будет летсплей, но пока мне самому интересно проходить ее. Так там систему войны и так далее. Вообще отлично, мне нравится. Геймплей неплохой. Единственное, что надоедает, это волки. Получи оружие. Мы подошли к Александру, завершаем. Оба оружия. Так. Все. Броня. И разговариваем с ней. Мы с ней не можем разговаривать. Так, нам нужно куда-то пойти. Совсем слишком. Вот где-то так. Не, еще чуть-чуть, чтобы вам было не, ну, интересно, как более-менее. Так, выбор оружия. Так, выбираем лук. Я обожаю лучников. Принимаем вот это задание. Вот тут можно сразу пойти. На него у нас лук автоматически копировался. Так, мы идем бить призрака Килькира. Так, честно скажу вам, играл в эту игру очень давно. Очень-очень. На 20 уровне. Давайте вспомним. На 20 уровне можно выбрать стать богом. Классы и перед тем, как, ну, перед тем не выбрал, конечно. Но мы, как всегда, сделаем на один килл больше. Все. У нас даже новый уровень, и мы можем прокачать новые автоматики. Я всегда прокачиваю те, что мигают. Вот, и они автоматически тут появляются, что очень удобно. Так, мы поднимаем серебро, хотя это золото.
Я серебра тут лично не вижу. Так, и идем к Тирис. Ну, тут самое... О, видите? Наставник. Тут играет. Конечно, тут доната немало. Я вам скажу так. Вот тут автоматически все бегает, обходит все. Не так, знаете, как в линейке. Подойти, первая битва, и забираем. И что же, тут открылись нам навыки. Так, и тут объясняют. На всякий случай, никто не читает. Так, мы одели наручи. Теперь должны бежать в Клурату. И выполнять задание. Вот опять у нас левел, и мы берем рассечение. Это пассивный навык, наверное. Да. Который, ну, вы его не жмете, ничего, а он автоматически, например, какой-то повышает ловкость вам, например, и так далее. Тут быстро левел, конечно, набирается, за что я эту игру очень люблю. Так, вот я открываю новичка. Он будет у вас, не знаю, до какого там уровня, и каждому дают. Вот в следующем, на 6-м уровне мне дадут. Малое лечебное зелье и малое зелье маны. Кому, короче, всякое оружие тут вроде, насколько я помню, не дают. Так, мне нужно осколки жемчужины собрать, убивая призраков, что ли. А, понятно, я помню их. Они такие страшные. 5 киллов, и у нас через несколько секунд, 15, будет кролик. И это очень хорошо, он нас автоматически поднимает все предметы, сколько я помню. Так, вот навыки. Так, и получаем кролика. Вот это очень отличный белый единорог. Обожаю его. Как всегда, намного больше убиваем, потому что мы хотим быстрее всех уровней. Это новый сервер, я специально вырвала из-за того, чтобы тут меньше людей было. Давайте охрана. Тик. Вот так. Как всегда, что-то помешает нормально пожить. Ставим все. Он с нами ходит, вот видите, собирает монеты. Не знаю, может сейчас прервется запись, несколько сил. Хотя не ожидаю на этом. Потому что сложности иногда возникают. И у всех. Вот видите, он ходит, собирает всякую фигню. Я помню, как он мне всяких кристаллов насобирал. Где-то на 30-м левеле был. Он мне всех кристаллов понасобирал. Всяких. Там я не знал, куда их выкидывать. Продавать их очень дешево. И так далее. Ничего я таким, знаете, там, например, не кую там всякие, как вам сказать, предметы, оружие. Не любитель этого. И так, они мне вообще не, просто ни в что не, как сказать, ни в что не входит, не умещается, просто не надо. Вот, скоро будет плащик, нужно убить чарующие пикси. Так, я еще не использовал свой новый навык. Вот, сделал вот так, и вот, вот видите, все. Так, и мы, наверное, будем развивать засаду. Тоже пассивный навык. Вот, как видите, ваш сильный удар и внезапный удар получают шанс нанести мифический урон. То есть они пассивные, вы их не нажимаете, не используете. Ого. Много мы... Смотрите, ловкость поднялась у нас.
Еще пару убьем. Все, хватит. Наверное. Так, у нас еще нету шестого левела. Нам еще до него далеко. Интересно. Ярость. А, ярость, я помню. Увеличится, и ты такой здоровезный встаешь от ярости. Вот, как видите, у меня уже есть плащик. Сейчас я проверю. Точно. Да, тут автоматически надевается. Что иногда может раздражать, и что иногда может радовать. То, что не лазишь слишком много в сундук к себе, то есть в инвентарь. Я так просто излагаюсь из-за того, что раз Майнкрафт вспоминаю потихоньку, он мне надоел. Не знаю, буду ли выпускать Industrial Craft, но, наверное, буду, потому что некоторые... Он нравится, некоторые его ждут. Хотя, кто их ждет? Даже признаюсь, кто их ждет? Подписчиков. Ну, подписчики есть, то кто меня смотрит из этих подписчиков? Тут можно два оружия носить. 22-22. 1-25. Посох буду, наверное, использовать, как всегда. Лук самый большой уроды. Погнала. Ученика, у меня такой же лук, я иногда взял два, когда мне их девать, я не знаю. Вот как видите. Вот у меня и шестой левел подоспел. Так. Вот первая серия уже шестой левел. Наверное, на этом я буду заканчивать. Сейчас подойду к Фритису. Возьму, завершу его задание. Закрою вот это. И... А, это я не буду открывать, так как увидите все в следующей серии. А с вами был Агернаут. Пока!